Всем привет, с вами Веня Пак, добро пожаловать обратно на Lingua Trip TV. И сегодня у нас с вами настоящий челлендж. Я бросаю вам вызов. Сможете ли вы соревноваться со мной с вот этими скороговорками? Какими, вы спросите? Я так сказал, как будто они сейчас должны появиться на экране. Еще пока нет. Но да, сегодня мы с вами будем соревноваться в произношении скороговорок на самые неприятные звуки английского языка, поэтому хватит уже ждать. Поехали. Начнем с простой скороговорки на звук R. Напоминаю вам, что R — это бесконтактный звук. И если вы хотите убедиться в том, что он бесконтактный, что ваш язык не будет трогать ничего, вы можете сделать две вещи. Первая вещь — губы трубочкой. R-R-R. Это поможет вам ничего не трогать. Р-р-р. Еще вы можете свой язык немножко загнуть вот так вот. Да? Р-р-р. И это тоже поможет ничего не трогать. Попробуйте оба варианта, посмотрите, какой вам больше нравится. Может, совместите оба, чтобы наверняка. Поехали. Reading alone allows you to really relax. Очень просто. Повторяйте за мной. Reading alone allows you to really relax. 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 Как у вас получилось, дайте мне знать в комментариях. И мы с вами двигаемся дальше. Теперь мы усложняем задачу, это уровень 2. И мы добавляем звук L, буква L. Поехали. Friendly Larry laughs loudly all around the little farm. Хорошо ему, да? Friendly Larry laughs loudly all around the little farm. Friendly Larry laughs loudly all around the little farm. Friendly Larry laughs loudly all around the little farm. Следующий уровень. Мы двигаемся дальше. И мы усложняем еще и добавляем звук W. Oh no. То есть теперь у нас R, L и W. И вот это очень сложно, поэтому давайте начнем медленно. Willy's real rear wheel. Очень сложно. Неприятная комбинация звуков. Еще раз. Willy's real rear wheel. Видите, как я соединил два слова и два слова. Willy's real rear wheel. Okay? Еще раз. Willy's real rear wheel. Willy's real rear wheel. Я не думаю, что я могу сказать это быстрее, чем вот так вот. Willy's real rear wheel. Willy's real rear wheel. Real rear wheel. Все смешивается в голове сразу. Если вы хотите детально проработать каждый звук, чтобы вы точно знали, чего касается язык, к какой форме должны быть губы, как открывать рот на различных звуках английского языка, как это когда-то сделал я раньше знал и знаю теперь, но в смысле я имею в виду, что мне об этом думать больше не надо. Приходите на мой марафон по произношению, где за 3 недели мы с вами сделаем это все. Я буду вас серьезно прокачивать, будем стремиться убирать акцент, прокачивать ваше произношение, чтобы вас понимали с первого раза и чтобы вы понимали всех с первого раза, самое главное. Поэтому, если вы готовы говорить с носителями языка наравне, то промокод и ссылка будут в описании. Нажимайте, переходите, и я жду вас там. Лучше же сказать I'm ready, чем I'm ready. Ну и давайте еще потренируемся. Это моя самая нелюбимая скороговорка. Это британская версия, есть еще американская версия. Сейчас я вам дам британскую версию. Red lorry, yellow lorry. Это слишком просто. Red lorry, yellow lorry. Это легко. Я вам сейчас дам американскую версию этой скороговорки, которая, ну, просто ужасная. И это red leather, yellow leather. Red leather, yellow leather. Еще раз, медленно давайте. Red leather, yellow leather. Тут еще TH добавился, представляете? Red leather, yellow leather. Red leather, yellow leather, red leather, yellow leather, red leather, yellow leather. Это годы практики. Не огорчайтесь, если у вас не получится точно так же. Это реально очень сложная скороговорка.
Hey, can you say Willy's real rear wheel? Willy's real rear wheel. Willy's real rear wheel. Yeah, no. That's it. That's all I wanted to ask you. Okay, давайте еще. Следующее. A really leery Larry rolls readily to the road. Отвратительно. Поехали. A really leery Larry rolls readily to the road. Начинаете объединять слова в группы, вы видите, замечаете, да? A really leery Larry rolls readily to the road. И последний раз. A really leery Larry rolls readily to the road. Вы это сделали? Ну, я думаю. Окей, дальше поехали. Rory's... Я даже не могу прочитать, пропускаем. Следующее. И двигаемся дальше. Мне уже не нравится, кстати говоря. Lucky rabbits like to cause a ruckus. Это слишком просто. Вам это не надо. Пропускаем. I looked right at Larry's rally and left in a hurry. I looked right at Larry's rally and left in a hurry. Это вот RL, когда люди путаются. Это хорошо. I looked right at Larry's rally and left in a hurry. Опасный момент здесь, как вот это вот Larry's rally. Еще раз. I looked right at Larry's rally and left in a hurry. Я думаю, у вас получилось. Окей, вот теперь сейчас будет вообще последнее. Поехали. Готовы? Round and around the rugged rocks, the ragged rascal ran. Вау. Вот это круто. Поехали. Round and round the rugged rocks, the ragged rascal ran. Объединяем еще чуть больше теперь. Round and round the rugged rocks, the ragged rascal ran. Round and round the rugged rocks, the ragged rascal ran. Очень, да, вот это да. Вот это с комбинацией звуков вот этого r и ra во второй части, это, конечно, вообще. Со всеми скороговорками, что вы хотите делать? Вы всегда хотите прогонять их медленно. Прогоняйте их очень медленно. Второй шаг – это объединяйте несколько слов в группы, как мы с вами это делали здесь. И потом вы сможете это делать. Вы сможете через несколько попыток, еще несколько десяток, сотен попыток, вы сможете проговорить скороговорку в приличной скорости, и это будет звучать очень впечатляюще. Anyway, спасибо большое за просмотр этого видео. Надеюсь, вам понравились скороговорки. Делайте, старайтесь. Скороговорки помогут вам проработать конкретные звуки, комбинации звуков и помогут завести вот эти вот полезные речевые привычки, которые вам нужны. Заходите в Google, вводите скороговорку на конкретный звук и практикуйтесь. С вами был Веня Пак. Вы на канале Lingua Trip TV. И мы увидимся с вами в следующий раз. Bye-bye. До свидания.